Всем здорово, друзья, меня зовут Шок, и сегодня я сыграл 2-2 с подписчиками. Я сегодня был в команде с ютубером, которого зовут Ник Стреньков, и я думаю, то, что вы его знаете. А также я сегодня разыгрываю вот этот дропчик, который у вас на экране. Это ножик за 3000 рублей. Я его разыграю быстро за 2 дня, поэтому принимайте участие. Вы ставите лайк под этим роликом, подписывайтесь на канал, вашу страничку ВКонтакте вы скидываете в комментариях, просто ссылку вставляете, и, ну, к примеру, я участвую, хотя это не обязательно. И подписывайтесь на мою страничку ВКонтакте, которая есть, опять же, в описании этого ролика. Как только вы это все делаете, через 2 дня, как только ролик наберет свои 4000 лайков, я сделаю розыгрыш в паблике ВКонтакте. Ну а мы сейчас идем играть на изидропе, а после чего играем 2-2 с подписчиками. Let's go! Ребят, все, мы уже на сервере, где будем играть 2-2 с подписчиками. И сегодня со мной, опять же, Ник Стреньков и... Йо, здравствуйте. И подписчики, которого зовут первого. Ваня. Ваня и... Саня. Окей, ребят, давайте начинать. У нас уже игра идет, поэтому расходимся и мы начинаем игру. Играем до 16 раундов, играем на 2 ножа и давайте начинать. Let's go. Так, все, Ник, давай, пожалуйста, аккуратно поиграем. Нормально все будет, блять, он слева. За деревом. Залезть сможет аккуратно. Найс. Найс. Хреново, здесь особо инфу не подаешь, потому что, сука, мы... они слышат нас. Слева, блять. Ну, если хочешь, мы можем выйти в другой дискорд, в комнату другую. Знаешь, что меня больше всего напрягает? Мы оба выбегаем, я в него попадаю, а пули не засчитываются, типа, первые секунды на серваке. А, ну ты не выходи так быстро, понимаешь? Ты просто вот сиди на базе, крысь, и потом уже выходи. Все, вот сейчас можно. Понимаешь? Ты там... Information, give me, please. Окей, справа. Information, очень полезно. Найс. Прекрасно, 0-3. Давай продолжай так же делать, хорошо? Слева. Так все будет. Блин, они, конечно, слева, я без ноги, мидл и лево. Дим, когда так долго работает, то что уже даже не понимаешь, что с ней. Справа ласт, слева, слева, слева ласт. Слева. Ой, ты из стороны, не путай, пожалуйста. Окей. Пацаны, расскажите, пожалуйста, откуда вы, сколько вам лет и как вас зовут? Сколько вы зарабатываете? Нет, это еще рано спрашивать. 100 рублей в день. 100 рублей в день? А на чем зарабатываешь? А, не, просто так. А, просто так. Бинарные акции. Нет, мне это, каждый раз иду как бы со школы, 100 рублей. А, со школы заработок? Нормально. Нет, я все время иду со школы, все время 100 рублей. Слева сверху, внизу. И справа. Справа, да, справа там прям немножечко появляется. И ну и слева, короче, сейчас откроется на счет 3. 3, 2, 1. Найс. Ты че, по таймингу выходишь зачем-то? Блин, даже не меня слышат, кстати, это такое себе. Надо было бы отойти по дискорду. Справа минус. Мидл. Ой, сорян, сорян, сорян. Ну, Брежнев получше, кстати, будет играть второго. А почему ты не говоришь, так. Брежнев? Говори. Справа и лево. Слева и слева и... да, и справа. И... Блять, в ногу, сука! Окей. Короче, если вы сейчас получите ножи, что вы будете с ними делать? А, играть, потом... Сверху, потом... сверху, справа! И куплю себе аккумулятор здесь. Для компьютера. Аккумулятор для компьютера? Ой, вакуум, ну, это блок питания. А, блок питания. Я помню, раньше у меня была такая штука, не помню, как называется, UPS, кажется. Короче, ты ее покупаешь, ставишь у компьютера, и когда у тебя заканчивается интернет... Ой, у тебя нет света, к примеру, электричества, то включаешь эту штуку, и комп работает. Без электричества. Она левая, мидл. Нужна была на самом деле. Ну то есть это, наверное, нужно для каких-то там компаний в офисах и так далее, но там генераторы обычно стоят. Поэтому дома я не вижу смысла это иметь. UPS, кажется, называлось. Но он меня приезжал с месяц. Пожалуйста. Окей. Пожалуйста. Тут нет, тут ты никого здесь не слышишь, смысл. А молчать. Мне все равно, мне нужно сосредоточиться, блять! Сука, ёбаные, блядь, джунгли ебаные. Что это было? Ладно, хорошо, если ты хочешь, чтобы все молчали, давай. А может я просто все забью? А вы будете разговаривать, общаться. Право, найс, бро. А, ты говори хотя бы, где убил. Найс.
непривычно мне пиздеть и играть. Слева и справа. И слева. Ты попал, кажется. Лол, читы. Бай! Опасная ситуация. Ёбаный бобаный. Брежнев, пожалуйста, давайте быстрее, спасибо большое. Ник Стрельников убивает Брежнев. Так, погнали. Опасно. Один. Блядь, слева. Возле дерева слева. Да, я его вижу. Попал в ногу, да? Нет. А, нет, мне показалось. Окей. Так, все, последний раунд первой половины. И опять невидимка. Слева и справа. Блять. И справа где-то. Эх, эти флеки. Ой, да, у тебя заела игра? Немного, да. У меня заедает она. Найс, 6-9. Все, следующая половина сразу начинается. Лол, у меня FPS слабый. Все, найс. У меня чуть игра подлагивает, слышишь? Иногда бывает, но редко. У меня после обновления какого-то начала лагать игра. Слышишь? Смидл. Черт. Пацаны, у вас такое бывает, что просто сидишь, играешь, и потом хоп, и FPS у тебя падает? Да. Вот у меня сейчас может снизиться до 200, вот до 190 стало только что, я не понимаю, почему так. Не, с вами нормально. Ой-ой-ой, блин, давайте быстрее закончим эту катку, потому что такое, конечно, не самое приятное дело. Все, давайте заканчивать. Ох, хорошо. Найс. Ты чувствуешь, когда хочешь закончить? Сейчас попробуем. У пацана еще пинг поднялся зачем-то. Найс. Блин, не, пацаны, вы, наверное, заметите эту разницу. Но в любом случае, катка доигрывается. Ты, кстати, никогда не думал о том, вот ты сделаешь эту рубрику, о том, что... Читеры попадутся. О, да. Уже, кажется, такое было похоже. Info, please, information, give me, please. Ого, но зумики. Зумики, но зумики. Все, я выхожу просто с разворота и убиваю. Мидл. Пошел отсюда. Пошел отсюда. Черт. Блять, слева, я справа. Наблюдал за всем дерьмом. Черт, у меня так лагает. Вар у меня повысился, да, ты был прав, у меня вар поднялся. Короче, у меня так было на стримах очень часто. Я просто сворачивал игру, не справлялась, перезапускал ее. Потом исправлялась. Ножи, что ли, хочешь? У тебя 100 хп хоть? О, боже, изи. Красавчик. Красавчик Ник Стрельников. Неужели мы не будем отдавать ножи, да, подписчикам? Да. Справа вас. Как и такое возможно? Бля, я застрял в лесенке. Найс. Ну все, остался последний раунд, и мы уже вычисляем, выбираем. Двое слева. Куда пойдем? Один лево, мидл пробежал. Черт, хорошая реакция, кстати, Брежнев. Это флекшот был? Да, найс. Брежнев, флекшот был? Да. Ну все, я, короче, последний килл всегда должен быть красивым, на самом деле, поэтому... Право. Я делаю его так. Все, справа ласт. Хорош. Найс. Красиво не смог я закончить, но смог это Ник Стрельников сделать. Все, большое спасибо, ребят, за игру. К сожалению, вы сегодня не получаете ножи. Увы. Короче, ребят, спасибо большое всем за участие. Спасибо большое за просмотр этого ролика. Если вы на экране сможете найти другие выпуски 2-2 с подписчиками, с ютуберами в команде. Ну а справа вы можете подписаться на канал. Всем большое спасибо, с вами был я, Шок. И ждите новый такой выпуск. Пока.